Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. И всем привет, меня зовут Самый, как вас зовут, Диего был, и это новый сезон строительства. Да, я это снимаю уже второй раз, потому что я случайно удалил предыдущее видео, да. Зато запись я успел сделать только что вот этот вот дом на заднем фоне, что вы видите. О, вот так я наконец-то это сделал. Лайфхаки! Вот это да, в Майнкрафте нету квадратов, есть. Так, а хитбокс стал блока квадратки. В любом случае можно сейчас вот эти вот сюда и пал. В принципе, вот такое основание. Раз поехал связи, да. Так, я надеюсь, сейчас ничего не загрючит у меня с записью. Ну, короче, я поставил наконец-то фэншуй на майнер мод и вайлетка мод, потому что невозможно. Ну, я в дом добавил вот такие вот, что видите, ой, там бутылка валяется, бомжик, привет, такого фермера, но не буду сейчас поить, такую спальню. И угадайте, что же здесь. Угадайте. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Туалет. Как же все неожиданно. Ладно. Так, я еще это не вставил, как я ставлю эту теплицу и огород, как кто хочет называть, потому что, ну, ставил я долго думал, вот.
А вот так она выглядит снаружи. Кстати, кто хочет сборку модов и Asus паков до этого сезона, во-первых, ставьте лайки. Не знаю, сколько набьется, 8-9 лайков, я скину сборку. Да. 8-9 вот так лайков примерно. И разрешите это всем своим друзьям лайк. Потому что я над ним все заставаюсь. Ой. Во-первых, я пытался эту сборку сделать чуть ли не месяц. Пытался все комбинации эти все составить. Какой мод подходит, какой мод подходит. Во-вторых, мне Windows писано, и одна сборка навернулась, вот вторую сделал, да. Это даже лучше, мне кажется, чем так. Потому что там было модов вроде бы и 10, и 5, я не помню. Нет, 10 вроде бы, да. А здесь 17. Как бы вот. Но я не все буду спорить, потому что и так качать не будет, не берется лайк, да. Ну, в принципе, кто весь лайк слушал внимательно, тот поймет, что это за моды, и кто играет уже не один год в Майнкрафт. Как же и... Сколько я играю в Майнкрафт? 3-4 года, да. Угу, если мне что-то еще лучше бы поддерживало компьютер. Оху! Я ставлю Яндекс кошелек, перечисливайте на мой Яндекс кошелек, типа, на канал, на новый комплектующий компьютер. Оху! Куплю себе новый процессор. И ладно. Можете не перечисливать. Ну, кто? У кого сколько есть? Можете один убыть, там, 2 убыть, 3 убыть, 4 убыть. У кого осталось, знаете, там, купи себе Майнкрафт лицензию, да? Там за 1990 бы, да? Осталось 10 бы. Можете мне перекинуть? Да. Я буду вам очень благодарен. И перевод сам на аккаунт мой вы можете, типа, мне в ВК прислать, я вас ставлю в лайк. Да. И еще. Реклама. Реклама можете мне вычку. Пишите мне, добавите меня в... Друзья, и пишите мне вычку по поводу рекламы. Я вам все оценки там напишу. Да. Только просто так, пожалуйста, не пишите, например, ты скачал скайп. Просто история недавно такая произошла. Ладно, буду, наверное, уже прощаться. На этот выпуск хватит всего, да? И всем удачи, всем пока-пока. С вами был я, Владислав, и как постановил Игрэппл. Угу. Если вам понравилась эта серия, то поставьте обязательно лайкусик, да. Так я пойму, что делать мне вторую серию и продолжать этот вообще сезон. Дальше 7-8 лайков. Серия выходит, ну, через 5, не знаю, через сколько-то дней. Ну, я на самом деле, если вы наберете за один день, то я сразу буду приступить делать ее. Я не гарантирую то, что она на следующий день выйдет, но может быть через 3 дня она выйдет. И Андрей, если ты меня сейчас слышишь, делай скорее лойки. Да. Потому что тебе давно ничего не было. Сколько? 4 лойка сделаю и все? Молодец, конечно, да, но в основном все я делал. Всем удачи и всем пока-пока. Вот новая нарезочка, если она, конечно, будет. Пау. Ты выдала. Как поставить так, чтобы оно вправо открывало? Кого? Почему оно вправо не открывается? Вот. Это то...